Прищипки делаю только макушечные, они мне тут разрастаются, уже трудно пролезть, и жалко топтаться. И, в общем, без всяких прищипок боковых, без всяких, только макушечные иду, когда прополкой занимаюсь, вот и больше не, с дынями я ничем не занимаюсь. А полив дыни не любят поверхностные, потому что сразу начинают заболевать, так же, как арбузы. В общем, бахчевая культура не любит поверхностный полив, кроме огурцов. Огурчики любят купаться. А вот дыни поливаю я, значит, вот... Тогда, когда они разросшиеся, тогда я ковшичком, там ведерками поливаю. А потом уже, когда уже все разросшись, я просто обыкновенный, он из шланга водой. Больше. У меня здесь не теплица ведь. Здесь же вот грунт, почва грунтом. И не часто. Но почва, чтобы не была коркой покрытая. Вот следите вот за этим состоянием почвы. Больше другого никак.